Давайте посмотрим на август. Он меня очень сильно беспокоит. Меня как юридическое лицо, да, как человека, который в том числе, конечно же, занимается бизнесом. Обращаю ваше внимание, что август будет самым тяжелым месяцем по вопросу денег, финансов. И для России, и для Европы в целом, и для мира в частности. Да. Мы видим здесь, что в августе у нас выпадает десятка снова. Вы уже коты-ученые, вы знаете, что десятка отвечает за экономику. А так как здесь стоит 20-й и 16-й арканы, то мы говорим об глобальной экономике самой страны, России. До этого у нас десятка, если вы помните, выходила в Европе. Здесь у нас выходила в феврале в России. И мы говорили о том, что здесь 14-й аркан – это локальные значения, то есть это в большей степени внутренний рынок, причем не весь, а секторально. А когда мы говорим об августе, то здесь выходит целиком весь рынок. 16-й, 20-й аркан – весь рынок целиком. И мы видим здесь десятку мечей. Я оставлю эту карту пока без комментариев, но я к ней вернусь чуть позже. Итак, мы сейчас с вами говорим об внутренней экономике России, да? И вот так выглядит, собственно говоря, эта карта. Ну, я думаю, что комментарии здесь не нужны. Если у кого-то есть какие-то свои взгляды на эту карту, можете оставить комментарий под этим видео. Но мне кажется, здесь все понятно, что экономика России в этом месяце будет подвержена глобальным изменениям, и это может стать для нее фатальным. Возможно, это будут какие-то санкции, возможно, та самая активация приграничных территориях скажется, возможно, тот факт, что в июле и в июне будут покачивать, раскачивать бизнес внутри, как малый и средний бизнес, так и крупный в июле. То есть есть риск краха экономики. Но не в том смысле, что мы останемся все без денег, нет. Здесь речь идет о том, что крайне тяжело пострадает бизнес. А бизнес, как вы понимаете, это рабочие места, это перспектива на будущее. И обращаю ваше внимание, что закончится все десяткой пентаклей. Десятка пентаклей, как вы видите, это праздник, люди ликуют, празднуют, но она стоит в минусе. То есть фактически праздновать будет нечего. И для России, и для Европы август будет крайне финансово тяжелым периодом. Если мы все будем к этому готовы, а я уже вам говорил, это сокращение штата, это уменьшение затратных частей, это переход на более умеренный, скажем так, режим работы, то вы в августе можете не пострадать. Тем более, что ваши крупные контрагенты будут испытывать гораздо больше потрясений, нежели вы.